В юбилейный год Кумертау городские праздники проходят особенно ярко. Кульминацией всех мероприятий станет концерт в день празднования дня рождения города в июне. Из каких номеров он будет состоять? Над этим работают сценаристы. Частью программы станут и лучшие номера фестиваля «Моя судьба. Мой Кумертау». В эти дни по всем образовательным учреждениям города проводится конкурсный отбор. Насыщенную творческую программу представили и учащиеся средней школы номер 9. В наш фестиваль были включены самые лучшие номера школьно-художественной самодеятельности. Это творческие отчеты коллективов, которые занимаются в течение учебного года. Поэтому сегодня мы вот с удовольствием слушали вокальную группу детства. Мы смотрели гимнастическую нашу группу, которая занимается первый год. Это ребята взрослого уровня. Мы с удовольствием смотрим на учащихся сборную группу, которая читает замечательные стихи. Это первые, пятые классы, восьмые классы. Значит, ну и, конечно же, это группа, которая танцевальная группа. Группа 5 А класса, которая занимается уже пятый год, дети занимаются танцем, ставят танцы самостоятельно. Ну, вот такой итог подведения, тот подарок, значит, вот так, тот красивый цветок от школы номер 9 к юбилею города Кумертау. Все выступления оценивает жюри, в составе которого специалисты сферы образования и культуры. Эксперты обращают внимание как на умение детей выступать перед аудиторией, на их артистические данные, так и на содержание программы. Все номера в этом концерте посвящены одной теме – 60-летию Кумертау. Среди зрителей – учащиеся, педагоги, ну и, конечно, на праздник, посвященный юбилейной дате города, приглашены ветераны педагогического труда. Для них важны как судьба города, так и успехи родной школы, в которой они трудились многие годы. Мы очень довольны. И слова благодарности детям в первую очередь, которые организовали такой концерт. Хотя смотрят, где художественная самодеятельность по городу, но и это заслуги наших наставников, которые подготовили такой хороший концерт. Нравится всем. Это же мои дети, я их учил, поэтому каждого я знаю здесь. В этот же день концертную программу могли увидеть и родители. Айгуль Мухаметшина, Ильнур Аминов, новости.